Как сообщила заместитель главы администрации Татарского района Людмила Привалова, в этом году запланирована работа 33 лагерей дневного пребывания. 31 лагерь будет функционировать на базе школ района, и 2 проведут свою работу при учреждениях социальной защиты. Охват лагерей дневного пребывания составит более 2000 детей. Стоимость пребывания в этих лагерях остается у нас на уровне предыдущего года. Дети, которые будут находиться на тот момент в тяжелой жизненной ситуации, родители которых имеют статус малообеспеченные, многодетные, те будут в этих лагерях отдыхать бесплатно. Те же дети, у которых другой статус, родители их будут оплачивать за 21 день 540 рублей. В течение 2 лет лагерь круглогодичного действия «Солнечный» организует отдых и оздоровление детей. Уже с марта начнется профильная смена, которая продлится 21 день. А летом в планах проведение 3 оздоровительных смен. Первый сезон начнется в июне. Планируется охватить детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, из многодетных и социально незащищенных семей. Также в течение всего года через отдел социальных выплат реализуются путевки в другие лагеря стационарного назначения не только нашего района, но и за его пределами. Это учреждения таких городов, как Берц, Искитим, Барабинск и другие. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы отдых был у нас безопасным, а без чрезвычайных ситуаций. Поэтому уже сейчас запланирован ряд мероприятий по проведению текущего ремонта, как в зданиях, где будут проходить лагеря дневного пребывания, так и в самом нашем лагере «Солнечном». Создаются условия для безопасного нахождения детей. Это видеонаблюдение. В лагере «Солнечном» у нас частное охранное предприятие охраняет детей. Для работы в детском оздоровительном лагере «Солнечный» всегда подбирается хороший персонал. В прошлом году были задействованы студенты нашего педагогического колледжа, а также куйбышевского филиала НГПУ. Такой педагогический состав смог отличиться креативностью и новыми идеями. Поэтому родители уже сейчас могут позаботиться о летнем отдыхе и оздоровлении своих детей.